Здравствуйте, вяжем цветок. Для этого я связала 8 воздушных петелечек. Теперь соединяем первую и последнюю в кольцо. 3 воздушные петельки. И теперь вяжем в круг 4 столбика с одним накидом. 1. 1. Следующий. Но это у нас получается 3, потому что первый столбик из воздушных петелек. И вот у нас получается 4. Теперь немножко вытягиваем нить. И теперь вводим крючок вот в третью воздушную. Захватываем нить. И теперь провязываем еще 2 воздушные петельки. Итого 3 воздушные петельки. И теперь продолжаем. Вяжем в круг 4 столбика с одним накидом. 1. 2. 3. И 4. Теперь вводим крючок в первый столбик вот сюда. Захватываем нить, немножко затягиваем и теперь вяжем 3 воздушные петельки и продолжаем так же само. 4 столбика с одним накидом. 1. Немножко вытягиваем нить, вводим крючок в первый столбик, вот захватываем нить, немножко затягиваем и 3 воздушные петельки. И вот в круг вы вяжете, вот у нас получается как лепесточки. 3 лепесточка мы связали, еще вяжете 3 лепесточка. В конце ряда вяжем в третью воздушную петелечку соединительный столбик. И еще один соединительный столбик в следующую петелечку. И теперь вот сюда в арочку провязываем столбик без накида. Теперь 9 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в эту же арочку провязываем столбик без накида. Теперь 5 воздушных, 3, 4, 5. И пропускаем вот этот лепесточек и в следующую арочку вяжем столбик без накида. Теперь снова 9 воздушных, 3. И сюда же в эту арочку столбик без накида. И так мы чередуем 9 и 5 воздушных петелечек и вяжем до конца ряда. Ряд я довязала практически до конца, и последнюю арочку мы вяжем таким образом: 2 воздушные петельки, накид, и вот сюда в первый столбик без накида провязываем столбик с одним накидом. Дальше вяжем 1 воздушную петельку. Теперь я хочу поменять нить. И теперь вводим крючок сюда в серединочку и захватываю другую нить и провязываю столбик без накида. Так, теперь вот в эту арочку в большую из 9 воздушных петелек вяжем 7 столбиков с одним накидом. 1. 2. 3.
4, 5, 6, 7. Теперь 3 воздушные петельки. И снова сюда же, в эту арочку, провязываем 7 столбиков с одним накидом. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И теперь вот в маленькую арочку мы провязываем столбик без накида. Так вязание повторяем со следующей арочки, так до конца ряда. Цветочек готов. Подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось мое видео. Увидимся на моих новых видеоуроках. До свидания.